Погиб на дороге. Этим утром во Владимирской области зарегистрировано очередное смертельное ДТП. Трагедия произошла в Камешковском районе в 6:30 утра. По 223-му километру федеральной автодороги М7 на ВАЗе 14-й модели в сторону Нижнего Новгорода двигался 21-летний житель Москвы. Молодой человек на небезопасной скорости съехал на обочину в том месте, где была припаркована фура. В результате ВАЗ оказался под большегрузом. Водитель данного автомобиля грузового остановился с целью устранения технической неисправности транспортного средства. В результате данного автопроисшествия водитель автомашины ВАЗ скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Водитель большегрузного транспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия не пострадал. Что стало причиной аварии, сейчас выясняется. Возможно, молодой москвич отвлекся от проезжей части, чтобы узнать дорогу на навигаторе. Или не справился с управлением из-за неопытности. Права ему выдали лишь в августе этого года. Всего же за эти выходные на дорогах области произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. Погибло 2 человека и 40 пострадали, в том числе и пешеходы. В субботу возле областной администрации молодой человек 9-летнего возраста переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В нарушении правил дорожного движения водитель автомашины Hyundai Solaris не уступил ему дорогу, в результате чего совершил на него наезд. Мальчик получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь на месте, после чего он был отпущен домой.